Мы едем на искусственные острова, на остров Пальмы. Мы едем в Аквариум. Мы на этом острове пойдем в океанариум. Очень большой океанариум, в котором 55 тысяч разных животных. Янка вся застыла. Она еще не до конца проснулась. Интересно, что она думает на самом деле? Вот такие ограждения, здесь проходят какие-то работы. Пальмы будут сажать. Мы предполагаем, что будут сажать пальмы. Вот здесь начинаются первые дома на этом искусственном острове. Так особо ничего не скажешь, что он искусственный. Ну да, смотришь на... Все как будто так и было. А на самом деле все здесь намыто, песочек намыт специальными кораблями, которые брали его с дна и привозили сюда песок из разных мест. Ну, тут... Правда, что удивительно для Эмиратов, здесь дома одинаковые. Очень похожие. Целый проспект такой. Здесь еще идут стройки. Метро? Это метро строится? Вот, там. Ага, здесь строят метро, новые станции. Скоро можно будет по всем Дубаям ездить на одном метро. Правда, говорят, выгоднее ездить на машине. Интересно. Машина достойная этих мест. Еще одна. Одинаковые. Тоннель. Смотрите сверху. Ой, над нами едет трамвай. Мы въехали в тоннель. Ромчик едет в туннели, смотрит. Он любит туннели. Сейчас мы будем выезжать из этого туннеля. Здесь везут воду. Какие-то ведут работы Джонсон. Наш аквариум будет. Наш аквариум, правильно. Они в отеле будут. Вот этот отель? Не покупаю. Атлантис. Привет, Атлантис. Ромчик. Видишь Атлантис отель? Пока автобус. Вон дядя в желтом, он нас ведет в аквариум. В середину Атлантиса, здесь новогоднее настроение, такие сверху веночки, елочка новогодняя красивая, такая вот крыша украшена подводными всякими картинами, и наш Ромчик, который идет по всей этой красотище. Тебе нравится? А Диана все еще просыпается. Тут даже в туалете соблюдается морская тематика. Смотрите! Что там такое? Ух ты! Ого, какой здесь потолок! Диана увидела потолок. Потолок в Атлантисе. Заходим съесть по булочке. Вот такой хочешь? Рома с Дианой изучают витрину. Там много чего интересного. Сахар мы берем здесь. Немного непривычно. Okay. Это наш заказ. Диане мы взяли шпинатный пирог. Роме взяли пирог с куриным мясом и сыром. Сейчас Диана будет кушать. А Рома уже кушает. Выходим со Старбакса. Продолжаем наш путь в аквариум. Вот он вход в аквариум Lost Chambers. Их завели что-нибудь? Да, кстати. Диана сразу оживилась. Детям вход бесплатный, поэтому Рома с Дианой уже пошли. Диана, Рома! Класс. Почему-то рыбки все плывут в одном направлении. Вау, здесь можно сидеть и любоваться
ты? Диана, видишь? Это же настоящие Рома. Не такие, как у нас в океанариуме были. Это настоящие. Смотрите, какая звёздка. Смотрите, какие пешки. Смотри, мама. Да? Угу. Вот. Мама подводная царица. Ух ты. Мы здесь нашли такое интересное кресло. Бронзовое. Диана, повелительница морей, что изволите? Волю выйти из этого кресла и прогуляться по этому волшебному миру. Такой интересный шарик нашли еще. Опять медузы. Зебры. Это Мурена, что ли? И вон все кошка выглядывает тоже. И вон какие страшные выглядывают. Ого, это Мурена, по-моему. Раки? Ой, смотрите, что на потолке. Рома, смотри, что на потолке. Боже мой. Не бойся. Нет, они за стеклом. Они за стеклом. Там наверху раки. Ну, так выглядит жутковато. Это не рак, это, скорее всего, омары. Омары. Что-то морское, ракоподобное. А мы с Дианой испугались. Диана даже пошла к маме на ручки. Рома. Ой. Ой. Ты тоже испугался? Если вы боитесь, идем дальше. Смотри, какой рак. Ого, какой здесь аквариум. Не бойся, не бойся. Боже. Ты боялась? Внизу лежат, видите? Смотри, какой. Да, я вижу. Вон он. А вон какая стая целая. О боже! Вот это, ого! Да. Вот это зрелище! Ой, смотрите, как птица, Ром! Смотри, смотри! Крыльями машут! Смотри! А вот так много! Ого, косяк какой! Смотри, мама! Иду, мои маленькие! Вот они! Диана, мать! Там в середине какой-то воздух или что, кислород? Ага. Ого! А я прессу! А это не тяжело! Убирай, не займай! Ой, вот скат плывет! Это космический корабль. Пусть Диана тоже садится в него. Вот такой космический корабль. А почему космический? Ну, я думаю, что такая вот штука. Здесь еще один аквариум. Здесь разноцветные рыбки, фиолетовые.
неоновые, желтые. Вот какие озорные ребята. Такое ощущение, будто ты находишься в кинотеатре. Садишься и сидишь, как будто ты в кинотеатре. Диана с Ромой развлекается. Здесь при океанариуме работает еще вот такой магазинчик. Здесь тоже есть свой маленький аквариум внутри магазина. Такие вот кепочки. Прикольные черепашки. Дельфинчики. Кто тут еще? Моржики. Скажем пока-пока рыбкам. Скажем пока-пока аквариуму Lost Chambers Atlantis. Мы нашли гигантскую жемчужину. Merry Christmas! Вот здесь такой домик, магазинчик. Ну, прикольно,